Я Богдан, я приемный сын Пениса и сводный брат Валеры. То есть, получается, подкидыш, грубо говоря, блин. Меня подкинули, потому что я Богом дан, я не родился от человека, а я Богом послан, то есть, ну, оттуда, свыше. Я даже не знаю, ну, где-то мама, папа, у меня такого нет понятия. Я Богом дан, мне Бог дал, и все. Пойми меня правильно. Я Богдан, я не просто человек какой-то там Саша, Паша, блядь, не знаю, там, Денис, там, Валера, блядь, нет. Я Богдан, я Богом дан. Я получеловек, полубог, да.